Автопробег в честь Дня государственного флага России состоялся во Владивостоке. Десятки машин, украшенные триколорами, проехали по центральным улицам города. Как уточнили в Краевом департаменте внутренней политики, автопробег стартовал от мемориала «Боевая слава ТОВ» на Корабельной набережной Владивостока. Маршрут прошел по основным улицам до Парка Победы. В завершении мероприятия активисты развернули масштабную копию одного из ключевых символов нашего государства. Напомним, непосредственно в День государственного флага России 22 августа во всех муниципалитетах края планируется работа локальных площадок, выставок с участием молодежи и воспитанников военно-патриотических клубов, в том числе юноармейцев.